Каждый пятый двоечник. Удручающие результаты государственного экзамена по математике продемонстрировали девятиклассники Чувашии. Если в абсолютных цифрах, статистика выглядит вот каким образом. Сдавали ОГЭ порядка 12 тысяч ребят, 2340 из них получили неудовлетворительные оценки. Кроме того, двойки по русскому языку у 398 человек. Эти результаты хуже, чем в 2019 году. В 2020 году у нас экзамены не проходили, и эти экзамены не проходили. Здесь мы для себя сейчас поставили задачу проанализировать в разрезе каждого образовательного учреждения и в кратчайший период отстроить работу по педагогам, если много ребят из одного класса, и индивидуальное сопровождение, потому что по качеству образования надо сейчас включаться, чтобы ребята дальше к ЕГЭ подошли более готовы. Между тем, ситуация с успеваемостью в 11 классах внушает оптимизм. В целом, средний балл по всем 7 предметам ЕГЭ оказался выше, чем в прошлом году. В регионе 46 стобальников. Двое получили высший балл по двум предметам одновременно. Четверо пытались списать, за что были удалены из аудитории. Те, кто по разным причинам не смогли сдать экзамены в общем потоке, будут отвечать на вопросы тестов в резервные дни.